Новый холостяк подстриг бороду и признался, что его заводит американский бизнесмен Александр Топольский, который стал новым героем шоу «Холостяк-12» на телеканале СТБ, принарядился перед свиданием и рассказал о своих переживаниях. По словам Алекса, его заводят моменты перед первой встречей. С подстриженной бородой участник романтического реалити отправился поближе познакомиться с одной из претенденток на победу, говорится на его странице в Инстаграм. Перед рандеву украинец поделился с подписчиками мыслями. «Это один из моих любимых и волнительных моментов. Меня всегда по-детски заводят такие моменты и придают энергии, ведь это целое приключение», — написал Топольский. Александру интересно узнать, как пройдет свидание, будут ли молодые люди касаться друг друга, о чем будут говорить и как будут переглядываться. Кроме этого, холостяку нравится, что он сможет рассказать о чем-то сокровенном и увидеть взаимность. Чтобы полностью сосредоточиться на участнице, герой отпустил мысли о работе, прошлом и будущем. Это позволило ему освободить тело и разум от стресса, негатива и волнений. «Я сейчас с ней, и только тогда наши души споют песни Боба Марли под гавайские ноты укулеле», — заключил актер поста. Напомним, что уже прошли съемки первого выпуска романтического шоу, где Александр приехал на спорткаре и покорил участниц украинским языком. Премьера 12-го сезона запланирована на весну 2022 года.